Добро пожаловать на форум стран Центральной Азии по обсуждению роли молодежи в поддержании мира в регионе. Здесь мы получили огромный опыт, то есть знаний много новых, информации. Я надеюсь, после этой поездки наши страны Центральной Азии будут тесно работать вместе. Активизация гражданского общества, развитие неправительственных организаций в сфере молодежной политики, создание общих совместных проектов межстранового значения в регионе Центральной Азии и создание одной единой диалоговой площадки, постоянно действующей на примере с Молодежного совета стран Центральной Азии.